Новинка от Planet Models, Чехия, сделана, да, в Чехии написано. Это аэродромный тягач Бундесфера Унимок У-406 Дока Милитари Аэропорт тягач и водила. Вот, как мы видим, коробка от Planet Models. Интересно, она, видите, так открывается наоборот. Защитный пенопласт убираем. Внутри пакетик с четырьмя отделениями под детали и смолы. Я не буду каждую из них вынимать. Посмотрим мы это все дело через полиэтилен. Так, в принципе, все видно. Как видим, разработка очень напоминает самостоятельную. То есть это не взят какой-то кит Карарамовский, к примеру, и перепиленный. Это самостоятельная разработка. Вот, как вы видите, детальки. Вот такой лесенкий протектор. Салон. Ну и мелочевочка различная. Видите, очень чистая, аккуратная. Дальше идет очень интересная деталь. Смотрите, это стеклышко, в котором уже вырублены сами стекла. В данном наборе их... Нет, оно одно. Ну, штук два. Значит, вот инструкция. Перечнем деталей. Как видим, еще есть декаль. Вот она. Это оригинальная декаль, очень качественная. Я не буду отделять ее от пленочки, вы ее и так можете увидеть достаточно неплохо. Ну, либо на вот этой вот цветной красивой картинке. Ну и вот, соответственно, детали смолы. Ну, как проходит сама сборка. По уверению разработчиков, этот тягач активно использовался не только в аэродромах Германии, но и в Европе, на других европейских военных и гражданских аэродромах. Дистрибутирует эту продукцию СМК. Везде мы видим логотипы СМК, и поэтому возникает некая путаница. Торговая марка Planet Models производит эти наборы, либо СМК. Ну, в общем-то, по большому счету это не сильно важно. Вот. У нас в каталоге вы ее можете найти под любым из этих брендов. Они задублированы, СМК и Planet Models, чтобы вы могли ее видеть и быстрее найти. Вот такая интересная очень модель. Рекомендуем приобретение. Новинка. Новинка конца 2013 года, декабря.